Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть в Stonehearts. В общем, у меня слегка глюканула игра. Да, и все, и она подзависла. И что у нас, значит, произошло? К нам добавилось в отряд два зайца. Так, это один заяц. Вот такая вот симпатяга. Симпатяга-лучник 5 уровня. И где-то здесь еще симпатяга-лучник 5 уровня есть. Где-то он тут есть. Я уверен, он где-то здесь. А, ладно, давайте его по-другому найдем. 44 человека уже. Так, он должен быть один из. Так. Нет, 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 нет. Да, да, вот он. Где-то, где-то здесь. А, вот он в кучке. Вот он, заныкавшийся. А, я построил им домик. Маленький домик для кроликов. А вот, вот такой вот маленький домик для кроликов, в котором они живут. Я уже разместил им там все. В общем, сохранился я перед самым тем моментом, как выбирал, кого мы отправим в новое поселение. Это три человечка, которые смогут там выживать. Мы отправим плотника обязательно. Но они, как я понял, они не уйдут. То есть, просто отправим. 6 уровня вот этого парня. А, так, здесь. Здесь что у нас есть? Тяпки нам не нужны. Эти все нам все это сделают спокойно. А, что нам надо будет? Я думаю, пару бинтов. 3 штучки. А, шикарного мяса. 7 штук. Думаю, вот это взять. Так. А, все, да? А, все, отправить. И у нас начинается веселье. Праздник, радость, счастье. Ну, 44 человека, как вы видите. Все собираются вокруг флажка, радуются, пляшут, веселятся. Но никто никуда не уходит. То есть это мы, типа, если создадим новую игру, этих троих мы можем забрать с собой в новую игру, как я понял. Я сейчас даже ради прикола, ну, как только у них пройдет это веселье, праздник, попытаюсь это сделать. Ну, просто попытаюсь создать новую игру и посмотреть, как оно. Так, а пока что они там веселятся, мы посмотрим, что у нас тут есть. У нас есть еще одна турелька. Не знаю, разместится она с какой-нибудь стороны или нет. Ну, фиг его знает, это вот эта турелька или нет. Так, ладно, веселье пусть у них пока идет, пусть веселятся. Тем более повод хороший повеселиться, да? Грех не повеселиться. Так, тут все сделано, тут все сделано, тут все сделано. Угу. А что у нас из декора еще есть, что можно поставить? В принципе, ваза. Вообще, в принципе, этот дом нафиг снести надо. И построить тут домик для фермеров. Так, все, ребятки начали работать. И давайте мы сохранимся, естественно. Новое сохранение. А выйдем из игры, попытаемся создать новый мир и посмотреть. Так, выход в главное меню, да. Будет ли те трое великолепных ребят с нами? Если да, то это имбасотка, потому что эти трое ребят будут настолько лютыми, потому что мечник, он будет откидывать всех в самом начале, потому что он прокачанный, он топовый. Будет лутать нам все, что нам надо. А этот будет вообще шикарен. Так, одиночная игра. Ну, давайте выберем. Нет, это, я думаю, наверное, даже как-то в выходные в какие-нибудь. Когда у меня будут выходные, запущу стрим по вот этим ребятам. Так, выберем умеренный климат для них. Среднюю сложность, выбрать состав. Так, выбрать сохраненных. О! А, да-да-да-да, во! Да, смотрите, фермер, это закрепленные три человечка. А, да, еще до этого я выбрал вот такой отряд. Но это чисто нубики, которые у меня были. Ну все, я понял, ладно, без проблем. То есть при создании мира в новом зимнем биоме мы используем этих трех. Да, это будет нечестно. Да, так будет реально нечестно. Плюс зимой нам будет реально тяжело выращивать еду. Поэтому я попытаюсь проверить метод выращивания еды в здании. То есть я построю что-то типа фермы, накрою ее крышей, естественно, и буду под ней выращивать, над крышей буду выращивать как раз-таки еду.
сужаемся. Ну да, сделаю какую-нибудь... Либо просто сделаю какую-то здоровую теплицу, под которой... Ну, то есть пару палок, скажешь, пару стоек поставлю, сделаю из обычного блока. Какого-нибудь там каменного, деревянного, неважно. Ну, без, просто навес обычный, а снизу поставлю грядки. Слушайте, давайте так и сделаем прямо сейчас. Почему-то мне кажется, что это идеально. Идеальная, гениальная идея, которая поможет мне зимой сохранить, удалить. Вот я о чем. Так что мы сейчас так и попробуем. Потому что если это реально прокатит, то есть смысл зимой как бы начинать выращивать овощи, фрукты и все остальное именно так. А если это не прокатит, тогда фиг его знает, как вообще зимой там выживать. Это жесткое будет выживание, так скажу. Жесточайшее. Так, да. Займемся строительством. Конечно же, новое. Да, так, берем блоки. Берем каменные блоки обязательно. Серый камень. И давайте вот тут вот выстраивать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да ё-моё, 8, 9, 10. Не знаю, как это вообще сработает, нет? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Так, и здесь так. Так, теперь смотрим. Где-то я прокосячил, а сейчас мы узнаем где. Скорее всего там, да, потому что тут все сходится. Так, вот такой вот навесик. А здесь внутри мы используем глину, наверное, вот такую светленькую. Стоп, а можем ли мы сделать вот так? Бред какой-то, да? Да вы что за прикол, а? Да, это тяжело будет и геморройно немного. Ну реально, попробовать стоит. Если просто это сработает, то зимой придется сразу рубить дерево какое-нибудь, какое угодно. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Строить там домик. И в этом домике как раз-таки пытаться выращивать все. Потому что других вариантов я не вижу. Ну как можно зимой выжить в таком биоме? Точнее, о, как зимой можно выжить в таком биоме? Как зимой можно выращивать растения так, чтобы ты мог... ну, чтобы они не замерзли. Потому что, как вы знаете, зимой все растет очень хреново. Поэтому... Как это придумать, я без понятия. Но это единственная мысль, которая мне в голову посетила, когда я вот хотел создавать карту зимнюю. Я подумал, а что если взять и забацать... этот, навес какой-то. И вот как раз таки идея оказалась. Ну сейчас посмотрим, как идея окажется, я не знаю. Может идея окажется неплохой, а может быть и плохой. Но зато мы узнали, что можно с собой взять 3 человека любых просто, любых прокачек на новую карту. И это еще с учетом того, что я этих 3 человек... Блин, надо бы... Ладно, фиг с ним. А я хотел бы одеть еще более прокачанно воина нашего. Когда-то ему щит сделают. Хотя да, ну хотя нет, щит все же лучше будет, если у него будет прокачанный щит. Мы тогда уже... Он один воин будет сможет затащить как минимум 2-3 волка. В одного. Ну, хотя фиг его знает, там же еще хиллер нужен. Хотя да, ну фиг его знает, но посмотрим, посмотрим. Просто первоначальной еды нам хватило бы, если бы мы взяли бы фермера этого хиллера. Нет, как его? Не фермера. А хотя... Подождите, а мы же там можем взять себе охотников.
Точно, я же забыл совсем. Мы же там, когда выбираем класс, ну, когда мы уже создали карту, вроде как, нам предлагают выбрать снаряжение, с которым мы пойдем. Или это предлагают сделать после того, как мы собрали себе толпу людей. Ну, в общем, суть в том, что нам предлагают на выбор, кого мы... Что мы с собой возьмем еще, помимо людей, в этот путешествие. Вот, и я подумал, что, скорее всего, мы сможем там прохитрить немного и сделать все более шикарно. Так, а пока что... Все, навес готов. Строить вам его хрен знает сколько, но стройте. 16 глины и 4 камня. Все, навес будет готов, вы мне об этом скажете. Скорее всего, ну хотя я и сам узнаю. Так. Тут все. Так, домик кроликов пусть стоит, он нам не нужен. Строителем, в принципе, заняться нечем. Так, а ты, иди сюда. Давай там разместись. Так, 18 деревьев еще. Тоже можно где-нибудь вот здесь поставить парочку из 18. Все, это пока все не надо. Я просто зато болею, что у меня должен вот этот парень создавать прикольные моменты, вещи. А он их не создает. То есть он должен создавать всякие этих слонов из кроликов, слонов, вроде даже оленей. Не помню насчет оленей этих, из растений, из цветов. А он этим не занимается, это меня напрягает слегка. Так, давай еще вот этих 10 создадим. Вот этих тоже 10, пусть будет. Я знаю, что он прокачался, но все равно. Так, и а можно... Блин, слушайте, как он светит шикарно, а? Ха-ха-ха, шикарно. И можно еще что-нибудь разместить, будет потом, попозже, немножко. Ладно, это мы все разместили. Да, как только они закончат навес, скорее всего, все будет идеально у нас. Так, давайте на рынок зайдем, продадим лишний хлам. Заработаем лишних бабок. Тем более тут есть что взять. Фонари. Я все равно фонари вроде делать пока что не могу. Либо вообще не могу. Так, а что мы тебе продадим-то, а? Корма до хрена. Давай вот этого продадим немного. Вот этого немного продадим. Вот это продадим. Я так понимаю, какой-то из щитов готов, раз мы можем все это продать. Какой-то из щитков у нас готов. А, так, это что такое? Стебли зарецвета. Стебли льна. Хм, прикольно. Так, давайте 1000 оставим. Идеально. Ха, ну, сейчас там больше все равно будет. Так. Ладно, зельки не буду продавать. 300 жира. Мясо маленького муравья. Давай все продадим. Все, ну 5800 у нас. О, приближается еще один торгаш. Прикольно. Давай мясо маленького муравья тебе продадим. Мясо жука. Все, иди отсюда. Сколько у нас тут голды нападало? 488 монеток. Маловато. А, ну тут еще фонари, вон все остальное. Так, да, склады, кстати, разместил тут. Вот эти более прикольные, потому что они по 128 вмещают. Так, ну то есть по сравнению с обычными они лучше в разы. Так, что бы здесь разместить? У нас такая маленькая цветочная аллея, чему я, конечно же, рад. Даже цветочек лишний остался. Ну, хотя лишних цветочков не бывает. Так, это напольные. Напольные лампы. Раз, два, три, четыре. Четыре.
5, 6. Придурки, вы что творите? Как вы туда кровати засунули? Скажите мне. Достаньте кровати с потолка. Идиоты, как вы туда умудрились их запихать? Опять от вас одна проблема, блин. Так, ну смотрите, они уже делают, закрывают его потихоньку. Блин, вот было бы вот так вот, было бы идеально, из стекла какой-нибудь сделать, прозрачненький. Так, ну до зимы все равно еще не скоро. Стоять, я вижу кого-то здесь. А, вот ты, пошел вон отсюда. А то сейчас на мясо тебя пустим. Так, тут два домика. Готов у нас вот этот, инженера. А, ну это уже давно готов. Кстати, а что тут есть? О, смотрите-ка. А тут у нас по 64 слотика дополнительно. Конечно, сейчас мы их разместим. Дополнительные склады всегда нужны. А чё бы нет, да? Так, и вроде еще внизу есть. Так, раз. Да, слушайте, они складов туда много зафигарили. А тут еще как минимум получается 2, 3, 4, 5, 6, 7 спальных мест. Вот кого тебя, например, сюда можно поставить? Кто у нас вообще без кровати гуляет? Есть вообще такие? Нет, таких нету просто. То есть у нас еще 6 дополнительных кроватей, как минимум, будет. Неплохо. Так, цветы расставляют, все расставляют. Тут они, вон, смотрят. Зачем вы кирпичи подбираете? Мы же из кирпичей строим. Глупые вы, а? Да, глупые жуки. Мы кирпичи из кирпичей строим, они их подбирают. Вот камень забирайте, кирпичи-то зачем? Так, давайте соберем еще вот это все опять. Так, и зайдем в производство. Делают, молодцы. Давай еще по 30 закажем. Так, этого закажем 20 один раз. И вот этого закажем 22 раза. 76 тысяч. Прикольно. 40... Подождите. Стоять. Чё за прикол? Так, стопэ, пешеход. Оу, фак. Ха-ха-ха. Так, сохранить игру. Секунду. Кажется, я накосячил. Да. У меня нету моих ребят. У меня народу меньше стало. У меня стало меньше народу. У меня было... Причем я отдал троих неплохих ребят. Вот это хреново. Надо сейчас как-то удалить эти две сохранялки. Потому что это никуда не годится. Сейчас должно, если я их удалю, зайду в игру, должно быть 45. Если их не будет 45, означает, что хороших человек. Одного хорошего фермера. И тогда я сделаю все то же самое, но перед загрузкой. Так. Да, я надеюсь сейчас вернуться. Если будет такое фиаско просто. 10 из 10. 45. 45 сейчас показывает. Сейчас должно быть 45 человек. Если да, то это супер. Если нет, то это лютая фиаско. Показывает, что должно... Что там? 17, 13, 15. 45. Надеюсь, что так. Потому что если нет, это будет печаль. Это будет лютая... Ну, придется перезаходить, конечно. Сохранение есть, все нормально.
придется просто перезаписать сохранение. Точнее, перезайти чуть раньше. И если прокатит, то все супер. Если не потери трех офигенных ребят. Офигенного плотника, фермера и воина. Пусть их будет 45. 45 классных ребят. Давай, 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 давай. Обучаем высшей математике. Решаем. Так. 42. Их 42. 2, 3, 4, 5. А было 6 воинов. Жопа. Нет, жопа жопой, но... Я просто могу потерять трех ребят. Вот что вот это, кстати, за кролик? С какой-то шипованной хренью. Вот я хочу такого найти, в принципе. А, подожди, кролики у нас есть. Вот такой сможет к нам прийти в поселение? Как-нибудь. Вот это мне, прикрепляем ягоды. Творим историю. Что это? Решаем дилеммы? Не, рано решать дилеммы. Ловим пойо. Амадея пойо. Прорисовываем мрамор? Серьезно? Что это такое? Вводим массу. Прикрепляем ягоды. 45. У вас должно быть 45. Потом обучите высшей математике. 45 человек должно быть. Если это так... Избегаем реализма. А, творим историю. Избегаем реализма. 45 ребят. Покрываем руки волдырями. 45. Пусть будет у вас 45. 44. Слава яйцам! Это ж хорошо. Это очень хорошо. Так, это реально охрененно. Все, супер. Потом, когда-нибудь мы этим обязательно займемся. А сейчас нет. Сейчас все хорошо, превосходно. Так, ты, иди давай там, поработай. 45. Это, ну да, торговцев некоторых нет, я смотрю. Ресурсов некоторых нет. Но это фигня, это реальная фигня по сравнению с потерей трех охрененных чуваков. Я просто таким не смогу смириться, к сожалению. Да, ну тут вот вы что не построили. Так, по фигне везде. А, навесы, кстати. Может, он у нас есть он? Ну, а вдруг? Его легко узнать, он здоровый и серый. Да, он есть. Ну все, видите, имба. С навесом все прокатило. Там прокатило, тут все прокатило. Стоять. Слишком до хрена муравьев на базе. Я призываю тебя, торгаш. Приди и покажи, чем ты богат. Так, нам нужен будет еще один лучник. Да, то есть покупаем как минимум один колчан стрел. Покупаем... Меч. Точнее, вот этот меч. Так, здесь продаем вот это. Вот это. Мясо всякое отвратительное. Вот это. Да, бабла, конечно, мы скидываем валом ему. Так, и вот это. Ну, еще может быть, может быть. Может быть, можно продать еще и вот это? Как-то так. Так, ладно, это они мне сейчас все достроят. Что у меня вот здесь еще есть? Так, стоп. Что мне еще тут есть интересненького? Что можно было бы выставить? Цветочный горшочек. Опа, стоять. А, ну это нормально, это нормально. Стенка, это нормальная стенка, что вы там не можете что-то построить. Это все идеально. Я хочу вот такой железный улучшенный фонарь. Это шикарно выглядит, правильно ведь?
Где тебя поставить бы только? А, вот, смотрите-ка. А эти подвинуть? Не, подвинуть не получится. А у меня сколько таких фонарей-то? А, три штуки всего? Ну, вот три тут и поставим. Что вот здесь? Что у нас вот здесь еще можно построить? Откуда вы все ходите? А, я ж деревья тут под вырубку поставил. Совсем забыл. Совсем забыл, блин. Убираем лишнее, чтобы они нам тут не мешались. Забор нам... Ну, просто я забор буду перестраивать, естественно, в более топовый. А чтобы нам все это тут не мешалось, мы как раз-таки... О! Как раз-таки зайдем сюда и, наверное, завалим церковь. Всех, кто там есть. То есть нам надо снести ту церковь. Давайте, наверное, сейчас этим и займемся, чего бы нет. И нам надо снести вот эту церковь, да? Да, без проблем, давайте, сейчас. Так, эту мы ставим здесь. И эту мы ставим вот здесь. Все, стройте. Так, это к одной церкви. Конечно же, я не хочу строить так, чтобы ко мне на территорию могли попасть. Поэтому я строю все это здесь. Так, вторая церковь вон там. Это сюда. Это сюда. Ну и выше тут некуда построить. А, выше есть еще куда. Ну там никого не заспаунится вряд ли. Все, стройте. Все эти. И будет у нас что с кем повоевать. Пока 40... 41 уже человек. Стоп, подождите, их за день забрали, получается, в любом случае? О, черт. Так, стоп, это никуда не годится. Их забирают все равно. Их все равно забрали. Подождите, у меня это все было достроено. Может, автосохранение посмотрим? Не, погодите, автосохранение где? Не должно быть автосохранение. Это я сохранялся. Это я сохранялся. Это я сохранялся. Давайте вот это загрузим сохранение. А это мне совсем не нравится. А начинать за очень-очень дальний момент я не сильно хочу. Очень не сильно хочу. Совсем не хочу. Ладно, сейчас давайте это подзагрузится. Так, смотрим. Да, все норм, все норм. Все, работайте. Так, а я хочу пока заказать себе навес. Все нормально. Нет, я никого не хочу. Может, в следующем месяце. Потому что я не отдам топовых ребят из-за какой-то фигни. Ну реально, они слишком топовые ребята, чтобы их отдавать вот так просто. Так, а, тут лесом занимаются, точно. Так, чтобы вам тоже скучно не было. Как я уже говорил, вот это все надо порубить. Так, и вот это. О, смотрите-ка, как вы только тут прошли, не сдохли. А, три фигуры в масках прибыли. Во-во-во-во, вот эти были ребятки. Тоже на зайцев похожи, но это не они. Так, они кажутся мирными, приветливыми. Так, а любого, кто приблизится странным, но простым жестом, обозначает хорошего вокруг человека, а затем кланяются. Вам сюда нельзя. Миролюбивые путешественники, добро пожаловать. А, так, немного. Не дойдя до баннера. Так, три фигуры в масках остановились. Все в них кажется странным их лица. Так, пропустить. Эх,
Эмма хорошо помнит, надежно многие еще. Чтобы тьму развеять, свет вы возьмете? Да, спасибо. Эмма опускает скипетр. Так, что это такое? Фонарная булава. Пятый левел, нам не надо. Эмма выкладывает скипетр в землю и медленно отходит. От чего держи за кого-то слово «вода»? Спустя мгновение она стала оглядываться основным так лицом. Из огромного любопытства мы оставаемся немного, чтобы поговорить. Ладно. Останови сколько хотите, пожалуйста. Не знаю. Так, у них 50 хп. Это у нас, значит, Лили, Эмма и Дилан. Они нам булаву принесли. И они радуются этому очень сильно. Сильно радуются, что принесли нам эту булаву. Хрен ли нам с булавы, я не знаю. Так, стоять. Я хочу вас отпустить, насекомыши. Потому что вы мне слишком в огромном количестве тут. Так, мы тут устраивали недавно геноцид. И он прошел у нас удачно. И у нас тут три церкви, да? Которые мы как раз таки хотели захватить. До того, как у меня три человека пропало. Бесследно. Так, вот тут еще какой-то мелкий тусовался. Так, начнем с того, что как только там все достроят, вот эта моя маленькая армия из 18 человек отправится сюда. А в чем прикол? Я могу всю свою армию, в принципе, всю свою армию прокачать вот здесь. Имбово, вообще изично. То есть я сейчас беру всю армию. Давайте даже так и сделаем. Берем всю армию, берем сюда, отправляем их сюда. Они все бегут сюда огромной толпой, и я активирую вот эту штуку. Так, как у нас тут перезарядка была? Нет, инженер, мать твою, чем ты занимаешься? А, ясно. Сорян. Давайте ускоримся, подождем их. Ну, толпа бежит. Как раз сейчас зайцев прокачаем. Понеслась. 41-я волна сразу. О, вот второй уровень. 42-я волна пройдена. Стоп, сколько у этих? 1500. Сохранение. Вот где мне сохранение потом найти? Конечно же, мы пройдем до 45-й волны. Шестой уровень у лучников, у наших зайчиков. Так, наши до 4-го прокачались. И волна пошла 44-я. Так, 44-й это хорошо. 44-й это замечательно. Так, ты не занимаешься этим. 44-й это хорошо. Меняй профессию на лучника, ты. Дальше. Ты меняешь профессию на танка. И ты меняешь профессию на танка. Все, прошли 45 волн. Супер. Имба сотка, опять куча ресов. Так, что на этот раз? Ну да, куча ресов. Шлемы опять, бронька, ну такое себе. Так, главное, что сейчас трое наших переоденутся в нормальных ребят. Да. Это даст нам что? Это даст нам то, что у нас будут новые ребята, которых мы в дальнейшем прокачаем в более офигенных ребят. Так, я понял тебя. Ну вот. И да, выдадим им броню и шмотки и все остальное. Идеально же, да? Согласитесь, что это идеально.
Так, я не помню, у меня глюкануло когда? Вроде какой-то из сундуков был... То ли был... Нет, не назначен, то ли еще что. А, это было, наверное, до этого. Ну, раз я не нашел ничего, значит, это было до этого. Так, цветочек от сердца и от почек. Вот сюда можно влепить. Так, три фонаря прикольных приехало к нам. Пусть вот здесь стоят. А, что-то я еще прибыл. А, ну пока больше ничего там. У вас золотые фонари должны были прибыть, но их пока нету. Так, давайте тогда сюда зайдем. О, ты нам... Стоять. Еда пришла. Так. А плюс этого жука в том, что... Ты Валерка, что ли? А как вы... Оу, мать, полегче. Это что такое? Жила угля? Вы вот сюда мне сделаете лестницу? Блин, они вот туда прутся зачем-то. Я не понимаю, зачем им туда переться. Нет. Может, вы вот сюда хотя бы построили лестницу? Ой-ой-ой, смотрите, кто тут. А тут гоблины. А какой-то из придурков сюда бежит. Как минимум один. Ребята, постройте лестницу, по-братски вас прошу. Как вы умудряетесь это делать, скажите мне? А вы в смысле туда не бежите? Второй ярус? Они же на втором стоят ярусе. Ну да, а чё вы стоите? А эти же жители туда попали как-то? Эй, идиоты! Вы чё? Ну? Придурки, что ли? Так. А туда они уже идти не хотят. Серьезно? Вы настолько ленивые? Ладно, сейчас мочилово начнется все равно. Че париться? То есть вы сюда не пойдете, как бы я вас ни гнал. Вообще охрененно, да? Ладно, ждите, когда на нас нападут. Так. А, тут лестницу еще не сделали. А, они сюда бегут лестницу уже делать. Поздравляю. Так. А, смотри, смотрите, бегут. Я не знаю, но мне кажется, они сейчас бежали сюда. Не, мне просто показалось. Ладно, когда они добегут? Торгаш пришел. Семена арбуза. Спасибо, у меня уже есть. Слушайте, а тут армия-то хреновенькая. Я думаю, големчик-то пробежит, его завалят. А ты куда побежал, пастух? Нахрена ты-то сюда бежишь? Имбецила ты кусок. Вали отсюда. Нашел куда бежать, блин. Вот, тут лесенку построили, да? Нет? Так, а если мы вот сюда вас отправим? Другое дело. Давайте, дерзайте туда, шевелите булками. И ждите того, кто должен прийти и построить. Вот он придет и строит.
Я их отправлю туда тусоваться, потому что, ну, это жесть, они что-то вообще тупят. Почему они на такое расстояние, правда, не бегают, непонятно. Вроде раньше ты нажал, и все, и они понеслись. Им плевать, куда, когда, зачем, они бегут и убивают. Все как надо. Это кто еще? А, это вы тут, понятно. Как вы, конечно, тут оборону прошли, хрен пойми, ну ладно. Так, тут у нас строяк один строит. Тихо. Жучара появился. А, за ним никто не идет. Почему? Правильно. А потому что... О, пошли. Ни хрена себе они сейчас тут. Ну ладно, сейчас жучары разберемся. Вот это ползет сюда. Это означает, что они вот тут лесенку закончили. Да, и со вторым жучарой разберемся. Беги, малыш, беги. Вот турели, турели. С другой стороны, да? Турели. Турели бы поставить было бы имбовенько, но у нас турели нету. Давайте, перебирайте ножками быстрее. Вы как раз сейчас левелапы поднимете. Как раз поднимете левелапы. Когда вот этот пухлик добежит и построит вам там лесенку. Он бежит как раз, стойте тут на месте. Смотри, он сейчас построил лесенку. Давай, понеслась. Вы чё, идиоты? Вам для чего лесенку построили? Вперед, за наших. Здорово, пацаны. Пока, пацаны. О, ежедневный отчет. 7600. 76 тысяч из 84. Так, ну здесь ради камня делать нечего. Чисто ради опыта пришли. Поэтому давайте, ребят. Он достраивает только вторую. Сюда побегут, кстати. Сюда нет, но вот сюда побегут. Сейчас он еще вот эту лесенку построит. Во. Ну хотя бы сюда побегут, пусть. 6 FPS, блин. Так, ребята, вы что тут стоите? Скажите мне, почему вы тут стоите? Так, ну тут камень один остался, он мне в принципе не нужен. Да, поэтому вот это вот строение мне тоже не нужно. Давай, давай, оно не нужно, зачем, не забирай. Даже камень обычный. Другое дело, это вон там вон. Еще одна армия маленькая стоит и ждет, когда я им наваляю. Еще надо придумать, что мы тут еще такого разместить должны, чтобы у нас было прям охренеть сколько всего. Ой, кто у нас вообще чем занят? Ты луки должен нам сделать топовые. Давай еще один. Когда-нибудь. Дальше. Давай тогда на экспорт что-нибудь поделаем. Много. 50. Два раза. Все. Ты чем занимаешься? У тебя дел не в проворот. 20. Угу. Так, и вроде... Для топового лука как раз. Встряска. Группа гоблинов каким-то образом нашла вход в нашу нору. Зелье, конечно, приготовим. Без проблем. Не знаю, зачем мы столько зелья им отдаем, но встряска. 4 золотых стружки, спасибо. Так, как там дела идут? О, смотрите-ка.
Ну, раз такая пьянка и все там собрались, кто-то из вас должен бежать и строить мне там кое-что. Да. О-оу. О-оу. А, стоп, вы приближаетесь или не приближаетесь? А, вы просто вкучковались все в одну кучку, лютую, отвратительную, под одним деревом встали. А толку мне с вас? Вы мне ничем не поможете. Ну, в смысле, вы на втором ярусе. О, кстати, они на втором ярусе. Ну, вы должны добежать хотя бы до сюда. Зачем? Ну, серьезно? Да, жрать хотите. Надо было с собой еду брать. Кто же вам мешал, да? О, вот тут 40 FPS было где-то. Вот, наверное, вот тут вот. Нет, все, да, 40 FPS. Давай, ускоряемся. Сейчас еще карту подоткроем слегка. Ладно, эти друг друга замочат, это понятно. Нам лестницу надо построить. А зачем ты сюда? Кто сюда бежит, вот интересно? За тобой, что ли? Кролик. Так, ты... что у тебя... Слушай, объясни мне, пожалуйста, что с тобой не так? Он несет кирпич мне зачем-то. О, луч... кто-то прокачался. Ой, а им же кольчугу надо сделать еще. Все, спасибо. А, зайцы пришли. Пропустить историю, мы все об этом знаем. Так, мои дорогие друзья, прошу поговорить, с тех пор мы хотели бы, чтобы один из ваших пришел к нам, чтобы мы смогли научить его искусству геомантии. Вот этот момент переходный. Вы понимаете, насколько важна для нас наша история, нашим... Так, пропусти историю. Пожалуйста, расскажи нам. Вам, мы все знаем. Хорошо, звучит здорово. Не, конечно, великолепно. Пусть это займет некоторое время, сколько вам необходимо выбрать. Да, так, действительно... важен, как я сказал, их не будет около недели. Так что не отправляйте того, без кого вы не сможете обойтись. Обязательно сейчас этим займемся. Обязательно. Сейчас замесим всех этих тараканов. 18 человек-то, сейчас отправим одного, он станет геомантом. Мы, да, я... Как раз посмотрим на новый класс. Ну, скорее всего, на новый класс посмотрим уже в следующей серии. Потому что, как вы видите, время идет тут очень быстро. Точнее, медленно. Давай, добивай его уже его. Все. Сохранение. Ну вот, да, давай. Придурки. Быстрее все. Вы чё, издеваетесь, что ли? Стоять тут всем. Плевать, главное, вон те, чтобы успели. Да, смотрите, кусочек территории новый открыли. Сюда все. Я знаю, что вы голодны, ребят. Сейчас вы убьете вот этих ребят вот здесь. И все, и можете идти жрать. Как раз сейчас вылезет смерть. О, прям одним выстрелом снесли. Коса, вот я бы ее косу забрал. 660 хп. Да, куча зомбятинки. О, он отравил нашего. Кстати, он отравил нашего. Так, все, они закончили покров. А как отсюда спуститься, да? Идиоты. Реальные идиоты. Взяли себя, застроили. Так, как там Мочилова идет?
Ты же даже не все пришли. Тут один, два, двое, один воюет или двое со всеми. Вот, теперь вся кучка пришла. Кучкуем мы их на изи, конечно. Вот и все. Ну тут да, брать, как вы видите, с них нечего. Чисто камень и больше ничего. Все, валите отсюда домой все. Ну реально, камень нам не нужен. В таком количестве. Так. Так, сейчас мы сделаем вот так вот быстренько. Я надеюсь, никто из них не додумается разобрать лестницу. Не додумался. Так. Выберем, кого мы отправим. А выберите жителя для обучения геомантии клана Янтарь. Клан Янтарь. А кто хочет стать геомантом? Ребята, давайте. Кэти. Все. Отправить. Это сейчас прикол, да? Торгаш вот такой прибыл. Ну, в смысле, ни хрена у нее нету. Хлам полный. Это прикол какой-то, да, лютый. Так, а броньку? Походу, щиты начали клепать конкретно, потому что я смотрю, у нас ресы прибавляют. Щиты обычные скидывают. Они бы ни за что не стали так делать. Так, продаем все, весь хлам, какой у нас тут набрался. Ага, ага. Вот это тоже продать можно. 5 полов. 7 вот этих. Это оставляем, оставляем, оставляем. А, нет, оставляем. Топовые. Оставляем, естественно. Это мы сейчас все переделаем. И вот это можно продать. Чисто складец подосвободить. Так, ну что ж. У нас скоро будет свой геомант. Да, детка. Само собой. Все будет скоро вообще шикарно. Так. Это суды. Я думаю, травника еще одного напрячь. Кого-нибудь из вас. Кто хочет стать травником, ребята? Кто угодно. Давай ты, например, смена профессии. Поздравляю, теперь ты травник. Подождите, а почему вы все... Вы все в шахте, что ли? Вы же таскаете, вы же не добываете, да? Ну, потому что я стройка, я шахтерство всем отменил. Потому что шахтеры свои есть. Да, все, добывают все, молодцы. Ну, тут уже, кстати, почти все перенесли. Это превосходно. Ну что ж, геомант будет скоро. Геомант будет скоро у нас через недельку, точнее. Не так скоро, да? Не так скоро. Так. Здесь вообще строя какой-то. Но теперь у нас здесь будет... Да ё-моё, сохранение. Давай. Наша подруга здесь будет. Так, одна вот, а вторая вот. Выбираем сюда эту, а сюда... Все, сюда выбрано. Все, значит, что-то место мы сейчас только что кого-то с места выгнали. Не, у вас все нормально. А, у нас есть общага. У нас есть общага. Давайте в общагу кого-нибудь поселим просто и все. Одного. Во. На первом этаже в общаге будешь жить. Так, ну а тут все. А, так, три фигуры собрались. Что, простите? А, так. А, с последним вздохом... Так, последним взмахом одежды Эмма вступает, вступает спиной к городу. Так, Дилан и Лилия делают то же самое в таком положении. Лили говорит. Так, привет, давайте-ка. Почему вы не встали спиной к городу? Странно, ладно. Так, наше путешествие продолжить мы должны. Хихикает. Многим нуждающимся свет мы принесем. Удачи в путешествии. Они уходят. О, что? Заяц? Да, заяц. А выполнив свою задачу, все трое уходят в заросли.
Им там хлопают даже. А, значит, чё? Значит, чё? Ну фиг с ним, убираем ту хрень, она нам не нужна. Лесенка тут есть, все нормально. Так, что у нас по ресам, по штурмовым ресам? О. Это я продам. О, смотрите-ка. А это баллисты. Да, это баллисты именно. Ха-ха. Неплохое такое размещенница. Сейчас. Вот так можно поставить. Собрать сюда армию нашу. Ой, ежедневный отчет. 76 тысяч из 84. Это очень тяжело будет набрать. 76 из 84. Это реально тяжело. Это нужно будет придумать что-то огромное и эпичное построить, чтобы наши могли хотя бы более-менее как-то отбить все. Но у них пока что это вряд ли получится. Давайте эпичные лампы вот тут повесим. Так, ну у нас есть еще 6 таких. Пока что так, как-то. Чисто красоты поднять, всякой фигни поднять и всего поднять. И как раз проверим потом этот навес, когда зима настанет. Ну, не знаю, доиграем вообще до зимы или нет. Надеюсь, что да. Чтобы проверить этот навес, как он отработает свое. Так, есть еще одна турелька. Вот, сюда ее повлепим. Не знаю, как она будет стрелять вообще. Без понятия. Надеюсь, что прикольно. Так, ну что ж, на этом мы пока что закончим. В следующей серии чем мы будем заниматься? Даже без понятия, чем мы будем заниматься. Ну, дальше развиваться, строить, производить новые шмотки топовые. Вообще нам надо как бы больше уделить кузнечному делу. Так как, ну тут скоро все закончится. Вот как-то вот это вот сделать. Без костей огра и без слитков железа это тяжело будет. Слитков железа мы можем сделать еще немножко. Еще где-то, ну, 22 раза и все, наверное. И дальше я не знаю, что мы будем делать. Ну ладно, как-то выкрутимся из этого положения, как обычно. Мы мастера в своем деле. Главное дождаться, подождать, когда неделя пройдет и геоманта получить. Потому что с геомантом будет вообще все топово. Ну а я на этом буду пока что заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.